22-я апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества пройдет с 13 по 30 апреля 2021 года. Дорогие коллеги, друзья Высшей школы экономики, я рад приветствовать вас в качестве участников и гостей 22-й уже апрельской конференции по проблемам развития экономики и общества. Вышка проводит апрельскую конференцию так долго, так давно, что это стало одним из институтов, образующих наш университет, одной из традиций, вокруг которой складывается научная жизнь не только даже Высшей школы экономики, а я думаю, что очень многих коллег, которые занимаются социальными, экономическими, гуманитарными исследованиями и в нашей стране, и в других странах. Вышки апрельской конференции ждут, к ней готовятся, на ней представляют результаты. И обычно даже некоторый цикл существует подготовки докладов, подготовки статей для того, чтобы успеть попасть на конференцию. Для обсуждения проблем, которые волнуют общество, самых острых проблем развития экономики, социальной жизни, мы приглашаем выдающихся ученых из разных стран мира, мы приглашаем известных экспертов и практиков из бизнеса, из гражданского общества. Конференция зарекомендовала себя как площадка для широкого взаимодействия не только научных центров, но и международных организаций, органов власти, НКО. И мы всегда открыты для диалога с российскими и зарубежными партнерами. Каждый год, уже больше 20 лет, апрельская конференция Высшей школы экономики принимает у себя исследователей из России, из разных стран мира. Это нобелевские лауреаты, исследователи с мировым именем. Это молодые люди, только-только начинающие свою карьеру. Апрельская конференция Высшей школы экономики – это исследовательская площадка для всех. Апрельская конференция – это очень серьезное научное событие для презентации высочайшего уровня докладов, которые проходят у нас серьезное, очень серьезное рецензирование. Но мы приглашаем всех, кто соответствует. На конференции представляются доклады Высшей школы экономики. Очень часто они кладутся в основу решений, которые принимает правительство, или объясняют те, которые были приняты ранее. Секционная часть программы конференции включает доклады по широкому спектру научных направлений и больших междисциплинарных тем. Специальные сессии и круглые столы на апрельской конференции позволяют встретиться с известными российскими и международными экспертами. Это очень важные мероприятия. Искренне рекомендую вам. Создание возможностей для диалога научного и экспертного сообщества стало основной формулой успеха апрельской конференции Высшей школы экономики. Я приглашаю вас на апрельскую международную научную конференцию, посвященную проблемам развития экономики и общества. Здесь говорят о человеческом капитале и цифровизации, о бизнесе и государстве, о конкуренции и институтах. Но одним словом, здесь обсуждают различные проблемы развития экономики и общества и пробуют найти их решение. О результатах ваших исследований услышат. Они найдут применение и в науке, и на практике. Welcome to the HSE International Conference in April. As usual, we provide a warm welcome to everybody who wishes to join us at the Moscow campus.